спортивном комплексе «Кировец» соревнования по плаванию проходят уже не в первый раз. 3 февраля состоялся чемпионат Донецкой Народной Республики среди спортивных школ возрастной категории у юношей 2002-2003 года рождения, у девушек 2004-2005 года и моложе. Организовано данное мероприятие при поддержке Федерации плавания, а также Министерства молодежи, спорта и туризма. Эти соревнования – показатель проделанной работы детско-юношеских спортивных школ. И они из-за этого являются уникальными, потому что это не только как показатель работы школы, а показатель работы тренеров и родителей, всех людей, которые занимаются развитием плавания. И уникальность еще этого соревнования в том, что это не только личные соревнования, это командные, то есть будет подведен итог по окончании соревнований, какая из спортивных школ победила. В республиканском чемпионате по плаванию было заявлено 12 команд. Общее количество участников составляет 300 спортсменов. Участвуют пловцы по олимпийской системе. Олимпийские виды плавания – баттерфляй, вольный стиль на спине и брас. Это 200 метров, 100 метров и эстафеты. Лучшая из команд будет выбрана по сумме очков, набранных участниками по результатам заплывов. По сумме набранных очков, допустим, 12 человек состав команды. Каждый ребенок участвует в 3 номерах программы. По сумме 3 номеров программы суммируются очки. Плюс 12 человек еще суммируется. И по сумме набранных командой очков определяются победители и призеры команд. Призеры соревнований получат ценные призы, кубки, медали, а также грамоты. Сергей Михайлов, Виталий Чех, Новороссия ТВ.